Say it in English, please. Он говорит, они не понимают. Скажи, пожалуйста, по-английски. Yes, I do. I am a mouse. I am a bird. I have a tail. Я мышка, я серая, и у меня есть хвост. Let me live with you. Пустите меня к себе жить. Come in, please. You are welcome. Пожалуйста, выходи. Пропустили мышку в терем. Удивительные двери. Меж собой дружно глад, по-английски говорят. What is your name? Как тебя зовут? My name is House Spirit. Она говорит, ее зовут Домовенок. Where do you live? Где ты живешь? I live at the house. Она говорит, она живет в теремке. Thank you.
петушок и мышь наружка. Рано утром петушок в жители всех будет срок. И работать мой дружок тоже любит теремок. Thank you.
Thank you.
наоборот, хриплым голосом поет. Понятно.
лапка. Теремок засунул лапку. Наружу бежок, слезает теремок. Развалился теремок. Выбежали на опушку. Мышка с летом за лягушкой. Петушок, лиса, зайчишка. Что наделал бурый мишка? И за всеми на утек побежал косматый волк. Что я, брат, натворил? Теремочек развалил. Ты мой лучший бурый мишка. Дал подачу лапы книжки. Вот такой тебе совет. Читал тогда ответ. Ладно, ты не плачь, дружок. Построим новый теремок. Дорогие вы наши!
посвященный вам, уважаемый родитель, самый лучший, закончился. И, пожалуйста. Это мы получили с вами большое удовольствие. Согласны? Да! Скажите, праздники мы получили большое удовольствие, потому что принимали коллектив Елена Петровна, аплодисменты! Ну, ребята, а как вы думаете, еще кто участвовал в подготовке вот этого спектакля? Смотрите оформление. Галина Анатольевна, аплодисменты! Самый четвертый Б-класс.